Так, пожелайте что-нибудь подписчикам. Чтобы почаще заезжали к вам сюда. Я рекомендую пирожки с луком и яйцом. А так чтобы... вы сами пожелайте. Нет, это я пожелаю, само собой, теперь вы пожелаете. Ой. Нет. Но у нас не только пирожки вкусные. Мы попробовали. У нас и банька прекрасная. Это, вы знаете, это не реклама. Потому что очень многие подписчики, типа автотуристы, автопутешественники едут, и у меня интересуются, где можно остановиться, ну, там, чтобы спокойно было, и кухни, и так далее. Давайте. Ну, на 1-2 минуты. Где вы находитесь, место значит, какое? Это поселок памяти 13 борцов. Красноярский край, Емельяновский район. Кафе «Сож». Еще раз. Кафе «Сож». Сож. Да. В кафе имеется теплый туалет, баня, охраняемая стояночка с видеонаблюдением, прекрасной кухней. 8 серия. Хорошим персоналом. Восхитительно. Маршрута Москва, Красноярск. В самом начале короткая вставка. Это не ошибка. Это место, о котором я говорил, под Красноярском, где можно и нужно остановиться на отдых. Но считайте, что это реклама. Для тех, кто отправляется в дальнюю поездку, это очень неплохое место для отдыха, для остановки. Это серия, где я здорово лоханулся. Это серия моего позора. Но об этом чуть дальше. С правой стороны Якупова. Деревенька с левой стороны Матвеева. Впереди по ходу Старокурмашево. Чуть позже расскажу, в чем была проблема. Еще раз повторю, что этот короткий ролик, короткая вставка, это для тех, кто поедет в сторону Красноярска и далее, то есть от Новосиба на восток, место для отдыха. Как оно называется, сейчас не вспомню, СОЖ, по-моему, или ЖОС. Ну, владелец кафе сам об этом скажет. Ну, это стоянка. Тут туалет был. Конечно, в такой мороз. Так, тут что-то остановились, туалет и байкомню. Можете только представить. Так, в чем заключалась моя ошибка? До настоящего времени пользовался стационарным навигатором. А вот в этой поездке воспользовался с приложением на смартфоне. И если раньше я доверял навигатору на 100%, то в этот раз тоже поверил, и в результате испорченное настроение, потеря по времени около часа. Это отрицательные моменты. А с другой стороны, полезный опыт для тех, кто, ну, отправляется в путешествие по России.
Дороги убираются плохо, видно вот эти ледяные, ледяная колея, бугры ледяные. Здесь достаточно на дороге скользко. Трасса М7. Двигаемся на восток. Ну, с правой стороны в отдалении лесопосадки. Больше никаких населенных пунктов не вижу, к чему бы привязаться. Будете двигаться на восток, вот остановитесь на отдых, например, вот возле этой стоянки, возле этого мотеля. Передавайте привет владельцу этой точки от меня. Так, сейчас попробую ответить, если поступили сообщения к этому времени. Пятнадцатый канал молчит. Вот что-то я пробубнил. Так, по-прежнему на карте не вижу никакой привязки, но далеко впереди и справа деревенька Колтаева. Ну, щиты. Но я попробую информационные, они расскажут. На те сообщения, которые куда ведет эта развязка. Поступили к этому времени. Логин ядро-ядро пишет. Что-то мне ваше настроение. Что-то мне аж настроение понизило. Сказали в видео, что это последний дальний перегон. Вы себе занятия нашли. Преподавать телеграфную азбуку. Что тогда с каналом станет? Может, ведущий им займется? Ну, я, может быть, не так выразился. Вот. Я ответил, что вы не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду. Это Высоцкий из его песни. Но в планах нет пока сходить с трассы. От коротких перегонов я отказываюсь. Но мне это не интересно. Я просто сказал, что буду выполнять те перегоны, которые интересны. Потому что ездить по одному и тому же маршруту, но для меня это утомительно. Вот так что пока, ну, я говорю, с трассы появились вот интересные ресурсы, с трассы сходить, например, не собираюсь. Николай Брежнев, логин вот, Николая Брежнева, его хорошее, ну, всегда видео Юга России. Есть конец. Путник, логин Путник, никто, и я знаю, не хочет снимать дороги. Надеюсь, увидеть от них тоже полное видео. Это Дальний Восток, Сахалин, Восточная Сибирь. В общем, слава Богу, что нашлись люди, кто поддержал эту инициативу. Так, с левой стороны далеко Мамяково и река Мишада. С правой стороны Нижняя Акбашева и река Коряка. Вот к чему можно привязаться немножко. Так. Логин ядро-ядро пишет. Вот, может, не по теме вопрос задать. Вы Москву хорошо знаете. Я очень изнервничался в поиске Ивановский текстиль в Москве. И нигде я адресов не найду. Торговых центров в Москве. Это я к тому,
что в Иваново далеко ехать. Ну, я ответил, дал ссылку, это торговый центр или садовод называется, там можно купить все, что хочешь. Так, с левой стороны, это на базе бывшего, с левой стороны, метрах, ну, наверное, в километре, рощище Волково-Факел. Это с левой стороны, с правой стороны, Средняя Акбашева, Шарипова. Ну, такие населенные пункты, деревеньки небольшие. Так, дальше. Николай Парансевич. Ну, это комментарий к видео «Мошенники на трассе». Много поступает комментариев вот к этому видео «Мошенники на трассе. Лица крупным планом». Так, далее. Сергей Трошин. Логин. Сергей Трошин. Можно личный вопрос? Вы кто по профессии? Где трудились? Вы коренной москвич или родились в провинции? Извините. Получилось целых три. Но я ответил. Можете почитать ответ. Ну, личную информацию не очень, наверное, правильно размещать в интернете. Он немножко повисит, этот ответ. Ну, через сутки я его удалю. Так, Александр VII пишет. Для покупки железнодорожных билетов удобно использовать мобильное приложение РЖД. Кстати, при выборе поезда смотрите именно местный поезд. То есть, если именно из Красноярска в Москву, ну, и комфорт, конечно, то смотрите поезд именно Красноярск-Москва. Проходящие не смотрите. На них продажи по-другому делаются. Но с правой стороны, потому что в основном вот эти поезда... Волковский пруд, с двумя точками. Деревня там Волкова. Там используются фирменные поезда. Это с правой стороны, с левой стороны. Ну, это наблюдение за дорогой. Делится ведущий. Ну, вот при покупке железнодорожных билетов, ну, мобильного приложения у меня нет. Я стараюсь как можно меньше загружать смартфон, чтобы он оперативнее работал, потому что использую его как навигатор. А так, если еду куда-то на восток или на запад, и старт в Москве, то, естественно, я покупаю на сайте РЖД билеты. Я так и делаю. Так, Александр VII, логин. По поводу видеофиксации нарушений ПДД в Татарстане. Это хорошо заметно при въезде в республику. Что со стороны Башкирии, где камер практически нет, что со стороны Чувашии. В Башкирии и Чувашии на дороге бдят и ДПС, а в Татарстане камеры. Разницу можно увидеть по состоянию дорожного полотна. Видно, я куда об деньги этом идут. Говорил. Совершенно есть, верно. Абсолютно если бензин согласен, дорогой, об этом, и дороги никакие в предыдущих, то губернатор вор говорил. Если бензин дорогой и дороги хорошие, ну, губернатор наполовину, скажем так, порядочный. Ну, а если низкая стоимость бензина и дороги хорошие, то это... Тот губернатор, который на месте. Честный, порядочный. Кстати, вот ситуация была, когда проезжал. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Пермский край. Дорога убитая. Яма на яме. Вот, и так вот получилось, что я говорю, как раз вот коснулся этой темы, этот порядочности губернаторов. Я сказал, что губернатор вор. Это было где-то в полдень. В конце дня, ну, часов, наверное, в 5 или 6 вечера, вдруг слышу,
что в Москве задержан за получение взятки губернатор Кировской области Никита Белых, по-моему, его фамилия. Уйдя с развязки на трассу, я знал, что мне нужно ехать на восток. Вот, и... Выехав на трассу, чувствую, вижу, что что-то не то, и полотно, ну, вот, начинается дороги, вместо моего позора. Не совсем то. Это не та развязка. И инфраструктура. Это не та развязка. Вот. Не очень навигатор меня упорно... Опасно. Еду по навигатору. Очень похожие. Он вдруг начинает, в какой-то момент времени, навигатор начинает тупить, разворачивать меня назад. Но я игнорирую подсказки навигатора, продолжаю движение. Но чем дальше отъезжаю от развязки, тем больше убеждаюсь, что я еду, что я еду не туда. Я не доехал до нужной развязки, она через несколько километров была уже ближе к Уфе, на которой нужно было уходить, где семерка уходит на пятерку, то есть соединяется на развязке. До развязки идет М7, на развязке уходишь на М5. Они очень похожи, как две капли воды. Ну, тут меня смутило то, что навигатор меня испытывать на развязку дальше не стал. И то, что очень похожее место, очень похожее сама по себе крутился, развязка, сами видите. И я без зазрения совести, уверенный на 100%, начинаю выполнять указания по этому участку. Рекомендации навигатора. Вот здесь я уже был убежден на 100%, что я заблудился, что я лоханулся, что это мой позор. Ну вот, чтобы не попасть в такую ситуацию, посмотрите видео. Это поселок Приозерный. Река Камышинка с правой стороны. Вот так вот крутился. И все-таки решил. Все-таки решил ехать по указанию навигатора, по подсказкам навигатора. Потому что дальше можно было уехать. Несколько раз перестроил, уже совершенно незнакомый. Поменял другие приложения. В общем, картина повторилась. Вот такая вот у меня получилась неприятная история. Когда... Была потеряна уйма времени, испорчено настроение. Все потому, что вместо стандартного навигатора стал пользоваться... Стал пользоваться приложениями. Ну, это отрицательная сторона, и есть положительная. То, что я проехал по объездной дороге Уфы. Это объездная дорога, по ней. Покупать, приобретать или
Возвращаюсь назад. Просто имейте в виду, для 307-ки в сторону Уфы есть две развязки. Первая развязка уводит на объездную дорогу. Вот. Вторая развязка уже под самой Уфой. Сразу с 7-ки попадаете на 5-ку, на М5. Привязаться абсолютно не к чему. Это трасса Р-240. Кажется. Ну, по крайней мере, впереди развязка. От развязки уже идет маркировка Р-240. Развязка – это пересечение с трассой М-7. Да, вспоминаю, насколько была мерзопакостна развязка на душе из-за потерянного времени. Развернуться. Но, говорю, есть положительный момент, то, что на этот раз проедем по объездной Уфы. И продолжить, значит, движение по старому, как бы, накатанному маршруту. На развилке держитесь с левой стороны. Останавливался несколько раз, уточнял место. С левой стороны не очень далеко Подымалово. Ну, если посмотрите трек в начале видео, то вот эта вот петля слева и справа лесопосадки, это место. Привязаться абсолютно не к чему пока. Движение по объездной Уфы. Напомню, что это объездная Уфы. Объездная дорога Уфы Р-240. Ну, примерно в 5 километрах с левой стороны трасса М7, почти параллельно. Ну вот по этой, по Р-240, как я понял, двигаются в основном большие грузы. Напомню, что если бы проехал бы эту развязку, не останавливаясь далее в сторону Уфы, то была бы копия, как две капли воды, такая же развязка. Но она выводила бы сразу на М5, уже за Уфой. Ну, лоханулся, да. Позор. Посыпаю голову пеплом. Thank you.
Ну, а вы временами останавливаете новый пейзаж, и новую панораму. Это маршрут, и стекла промыть. Значит, отвечаю, Александр Тихонов, мессенджерами пользуюсь только в Москве, WhatsApp, Viber, Imo. На трассе интернета почти нет. Ну, если есть, там только вблизи городов. А 3G говорить не стоит, там Ашка еле-еле ловится. Так, и из-за того, что плохой интернет на трассах, а на больших участках его вообще нету, то мессенджерами пользуюсь только когда нахожусь в Москве. Так. Повторю, это объездная дорога Уфы. С левой стороны Дмитровка. Ну, далеко, примерно в 5 километрах слева, почти так, параллельно с правой стороны трасса М7. Ягодная поляна. С левой стороны по ходу движения трасса Деревина, М7. Поселок какой-то. Ну, где-то 5, может быть, 7 С левой километров. Стороны по ходу Миловка. Начинаю поскуливать. Вот. Ну, сейчас трассы расходятся. М7, вот на карте смотрю, уходит влево. А мы уходим право, потому что впереди город Уфа. Ну, полное мое комментирование, полное аудио это на аккаунте Видеодорог 2, там уже размещу без ускорения с оригинальным аудио. Кому интересно, будет послушать, о чем там говорю. С левой стороны впереди поселок Демский район называется. Ну, вот мои примерно километрах. Мое эмоциональное состояние, это уже не соврать. 5-7 километрах с левой стороны. Город Уфа. Это высказываю свое недовольство приложением.
правой стороны Авдон, населенный пункт. Вот, и здесь развязка, по которой уходим на М5. Что-то я уже вообще ничего не понимаю. Я сейчас впервые рассматриваю вот этот фрагмент пути. В общем, для тех, кто захочет объехать Уфу вот по этой объездной дороге Р-240 по трассе М7, держитесь населенного пункта Авдон. Там стоят указатели. М5, то можно вот ориентироваться на него. Участок М5 до Уфы. Ну вот мы на трассе М5. Ну далее, наверное, более подробно. Более подробно расскажу о трассе. Периодически останавливаюсь, сверяю навигацию с реальным положением на местности. Вот не замерзайка, одно название только, не замерзайка. Ну и температура, конечно, не красновая. Напомню очередной раз, что это трасса М5 уже. Она началась от развязки. Вот поэтому и двигаемся, слышно как раз, в объезд. Вот поэтому нужно делать в объезд самодельную незамерзайку при помощи самогонного аппарата. А покупать на трассе или в этих фирменных магазинах это себе дороже. Трасса М5 Урал. Двигаюсь на восток. Двигаюсь в сторону перевала. Ну, полный диалог общения дальнобойщиков на этом участке на полном видео, без ускорения. Так, трасса М5. Федеральная трасса М5, Урал, впереди развязка на
трасса Р-240, Уфа, Оренбург. С левой стороны объезжаем Уфу. Ну, Уфу я объезжал, когда двигался с востока на запад в темное время. Вот это трасса М5, а трасса М7, которая пошла дальше с того места, где я ушел на развязку. Северный обход. Вот по карте смотрю, это называется северный обход. Кажется, сейчас уточню. Река Белая впереди, мост через реку Белая. Кстати, очень редкое название, в основном говорят речка Черная. Таких названий в России, наверное, десятки, если не сотни. Да, северный обход называется. Проехали речку Белую по мосту. Трасса М5, федеральная трасса. С правой стороны далеко Зинина, деревня Нагаева. С левой стороны город Уфа. С левой стороны Уфа. Видно на карте, как трасса М7 обходит Уфу. И далеко впереди трасса М7 соединяется с трассой М5. Это уже за Уфой. И далее уже, до перевала, до Челябы будет М5. Так, с правой стороны Шамонина деревня, далее с правой стороны, далеко впереди справа, русский Юрмаш, и совсем далеко справа, примерно километров 5-7, Турбаслы и Бибахтина. С левой стороны, напомню, объезжаем Уфу.
Это мои стоны. С левой стороны далеко Базилевка, километра 3. Ну а справа, я уже говорил, русский Юрмаш. Или Юрмаш. Сейчас впереди развязка, на которой развязка, значит, если бы двигаться по семерке через пригород Уфы, то вот в этом месте соединяется трасса М7 и трасса М5. Здесь можно было бы выехать, если поехал бы по трассе М7, а не ушел на развязке на ОМОН. Ну ладно. Все, что не делается, все к лучшему. Федеральная трасса М5 Урал. Торгуют левым топливом на трассе. Моторка. Что на пятерке, что на семерке. Грибовка. Еще дальше с левой стороны Кириллова. С правой стороны, километрах, наверное, 8-9, Колтыманово. Деревня Колтыманово. Дорога как стрела, ровная, прямая, имею в виду. Полотно дороги удовлетворительное, хорошее. Разметка, правда, отсутствует местами. Ну, наверное, после зимы восстановят разметку. Ну, это уже вот приближаемся к перевалу, к Уральским горам. Вот такая с правой стороны однополосная дорога по одной полосе в каждую сторону. Она будет практически через с правой стороны Ленинская весь перевал села проходить. Трасса М5. Двигаемся в сторону
райских гор перевал. С левой стороны далеко Иглино, город. Довольно-таки крупный, может быть, крупный поселок или малый город. Статус не знаю. Эфир не очень оживленный, интенсивность движения разная, есть и слабенькая, есть и более плотное движение. Стараюсь держать дистанцию. Ну, скоро граница, повторяю, Челябинской области. С правой стороны деревня Балтика. Впереди река Беликис. Река Беликис. Двигаемся по трассе Урал. Скоро будет граница с Челябинской областью. Ну, будет стоять стела с правой стороны. Условия движения сами наблюдаете. Полотно дороги тоже. Солнце справа в бок. Местами разметки никакой, привязаться пока не к чему, я имею в виду населенные пункты или какие-то. Так, догадываешься примерно особые места на трассе, длительные трассы М5 Урал. Так. Сегодня запущено движение по мосту через Керченский пролив. Для легкового автотранспорта. Так что видео Москва-Симферополь и Москва-Севастополь, которое было размещено примерно 2-3 месяца назад, оно уже устарело. Я имею в виду переправу через Керченский пролив. Уже на легковом автомобиле можно без проблем проехать по мосту. Открывал движение президент России Владимир Путин на КамАЗе. Так что раньше тратилось на переправу несколько часов, а иной раз, наверное, для большегрузовых суток, то теперь по мосту хватило 16 минут. Это величайшее историческое событие для автотуристов, автопутешественников. У меня пока такого села через мост нету. Ауструм. С левой стороны. С левой стороны далеко. Деревня Пятилетка. Совсем далеко Кудеевский поселок.
заметили с правой стороны, проехали уже стоянку, такую временную стоянку, неохраняемую, без кафе, без, просто стоянка для короткого отдыха. Не понял, что он сказал. Впереди видится уже деревня Тикеева в дымке. И мост через реку Сима. Необычайной красоты открывается панорама в Симе. У меня достаточно много видео об этом, но в этот раз останавливаться не буду. В Симе можно остановиться на ночевку, на привал, на отдых. Там и мотели, и кафе, и бани, и сауны, все, что хочешь. Очень оживленно, очень развита инфраструктура на Пятерке в районе Сима. Ну, в Симе в самом, скажем так. Летом довольно красиво, все в зелени. Большие лесные массивы, что слева, что справа по трассе, по дороге. Огромные просто. С левой стороны река Сим петляет. Ну и еще раз ее пересечем в районе, в самом Симе. Скоро будет граница с Челябинской областью. Примерно километров через 15, наверное. На мой взгляд, вот М5 давно уже нужно расширять, делать по две полосы в каждую сторону. Водители кучкуются. Кратковременные стоянки, ну, проехали уже. Просто видео слегка запаздывает, комментарий слегка запаздывает. Я добавил капли яда. Вот такие скандалы, ругань в эфире, по сути, не редкость. Так, с левой стороны далеко Майский поселок. Ну, с дороги будет съезд. Пост ГАИ там. И вот как раз в сторону поселка Майский
Лутиляк и так далее, со всеми остановками. Все ближе и ближе граница с Челябинской областью. По сути, мы уже находимся на перевале через Уральские горы. Перевал примерно километров 200. И слева, и справа по ходу. Так, вот она граница Челябинской области. Стела с левой стороны. Вот мы уже в Челябинской области. Трасса М5. Урал. Вчера было открытие моста, когда президент проезжал. Вообще картинка, конечно, потрясающая. Сам по себе мост, плюс вот это пролив. Вообще очень интересно было бы там проехать, посмотреть. Ну, здесь вот на трассе, на этом участке привязаться абсолютно не к чему. Далеко слева Аша, город. Будет поворот. Ну, там километров, наверное, ну, 20, 15-20 километров с левой стороны. С правой вообще... по крайней мере, километров на 50 вообще ничего не вижу. Имею в виду населенные пункты или какие-то точки, к которым можно было привязаться. Чуть впереди будет поворот на Аша. Город Челябинской области. Но на трассе тоже будет достаточно много мест. Вот в районе Аша для остановки, для отдыха, для привала, для ночевки. Я там неоднократно останавливался, есть видео где-то, много видео. Вот кухню, конечно, я бы поставил там неудовлетворительные. Ну, я не буду говорить, просто поверьте на слово. Насчет кухни я уже высказался, потому что алчность владельцев этих кафе, столовых, она зашкаливает. Качество никакое, цены, мама, не горюй. Поэтому остановиться здесь, останавливаясь, например, здесь, в Аша, я использовал то, что брал с собой. Колбаса, хлеб там. Чай, кофе. Вот. Один раз
покушал, после этого сказал: нет, хватит, здоровье дороже. Много остановок, их стоянок. Ну вот совсем недалеко Сим, к сожалению, в этой серии, вернее, движение через Сим, вот уже будет в 9-й серии, как раз с окраины, как только открывается панорама на Сим, оттуда начнется следующая серия. Очень красивое место, просто очень. Будете проезжать. Включайте все видеокамеры, все фотоаппараты, все, что у вас есть, и снимайте. Ребята обменялись информацией о ситуации на дороге, предупредили о засадах, о постах. Очень хорошее место для отдыха, для ночевки. Это Кропачево, но это уже за Симом. Будем проезжать, я там более детально расскажу. Наши продули хоккей вчера шведам. Сто лет не проигрывали и проиграли. Очень красивые места, очень. Они красивые и зимой, и летом, и весной, и осенью, в любое время года. Красота невероятная. Напомню, что это Уральские горы, перевал, двигаясь в сторону Челябинска. Помню свое состояние в этот момент. Ну где, когда этот Сим начнется? Проезжая Сим, да не только Сим, и далее, например, что там у нас, Рязань, Златоуст, ну там много городов, надо снимать на все, что у вас может снимать, камера, фотоаппарат, все что угодно, а потом уже редактировать. Но проезжая через Уральские горы, обязательно снимайте. Это будет такая память, особенно те, кто не очень часто путешествует по России. Так, ну, подходит к концу серия. Вот, трасса М5 Урал. И закончится эта серия на границе Сима. Повторю, что это очень хорошее место для отдыха, для ночевки, для привала. Там есть все. И магазины, и сувениры можно купить, и серьезную
ну как серьезную автомобильную электронику. Вот всеми можно взять. Но лучше всего, конечно, брать в Кропачево. Вот сейчас, скажем, не знаю, видно будет или нет. Левый поворот, потом правый, и открывается шикарная панорама на город Сим. Вот он справа, чуть дальше. Вот где-то здесь. Респуск.